Добрый день, меня зовут Анастасия Щетинник, пиар-менеджер УДПО компании «Инфоурок». Сегодня представляю для вас курс повышения квалификации «Актуальные вопросы преподавания музыки в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта». Занятия музыкой – это уроки творчества, которые способствуют развитию личности ребенку, воспитывают чувство прекрасного и помогают проявить свою индивидуальность. А учитель музыки имеет возможность импровизировать и творить наряду с исполнением своих наставнических функций. Профессионализм учителя музыки проявляется в успешном решении ряда задач при работе с учащимися. А главным ориентиром в работе выступает тот же ВГОС, оставляя значительную свободу для реализации индивидуальных возможностей каждой конкретной школы и учителя. ВГОС дает базис, необходимый любой авторской программе и методике преподавателя. Итак, на курсе вы узнаете, а быть может, еще раз проработаете и усвоите основные положения федерального государственного образовательного стандарта, основы организации учебного процесса по предмету музыка, естественно, технологии преподавания предмета в основной школе. Сможете применять методики планирования и организации общего музыкального образования, применять методы, средства, принципы воспитания и методы досуговой педагогики, выбирать и применять на практике инструменты системы контроля и оценивания результатов освоения образовательной программы. Конечно же, применять различные подходы к применению оценивания уровня подготовки учащихся по предмету музыка. Мы поговорим о основных разработках и составлениях рабочих программ. И, конечно, будем понимать и использовать преимущества коммуникационных наших технологий, ИКТ, в своей образовательной деятельности. Желаю всем творчества, а за повышением квалификации приходите к нам на курс.